Отже, до ефіру телеканалу «Репортер» ми з задоволенням долучаємо нашого експерта, доктора економічних наук Сергія Якубовського. Сергію, ми минулого разу говорили про економіку нашого ворога, країни-агресора, але ми не повинні заплющувати очі на те, що економіка України під час війни теж зазнає суттєвих змін, ну і не в сторону плюс. Якщо економіка України потерпала в 2014 році, коли не було активних бойових дій по декількох областях, то про що говорити і зараз, коли військовий стан введено на всі по всій країні, і економіка працює заради того, щоб Україна оборонялася, чинила гідний опір. Але ми бачимо, є рішення уряду, намагається працювати Верховна Рада, пільгові канікули, допомога ФОПам і таке інше. Як ми можемо оцінити дії українського уряду під час ось такої непростої ситуації для української економіки? Здравствуйте. Ну, что я могу сказать? К сожалению, вот так устроена экономика Украины, что несмотря на то, что нам готовы и помогают со стороны Европейского Союза, США, а по отношению к России, наоборот, вводят жесткие санкции, мы говорили, что экономика России достаточно сильно пострадает, но, к сожалению, Россия пока не погибнет из-за санкций. Так вот, несмотря на то, что нас поддерживает опытник санкций, мы находимся в значительно более худшем положении, чем Российская Федерация. Это связано со следующим. Во-первых, Россия продолжает экспорт нефти и газа, и поэтому те поступления, которые она имела до санкций, они останутся практически в том же объеме. Почему? Потому что цена на нефть и газ в результате агрессии резко выросла. В Украине ситуация противоположная. Наши главные статьи экспорта – это зерновые культуры и металлы. И в основном этот экспорт происходит через морские порты, которые сейчас, к сожалению, заблокированы страной агрессора. То есть наш экспорт, он сократится в несколько раз в случае, если в ближайшее время эти порты не будут разблокированы. К сожалению, опять-таки, наши партнеры из Европейского Союза, они не хотят, либо не могут ничего сделать. Поэтому, с одной стороны, для населения это неплохо, потому что у нас остались огромные запасы зерна, сахара, подсолнечного масла, которые вот планировалось вывести из страны, но экспортеры не могут это сделать. Но для платежного баланса это крайне плохо, потому что мы вынуждены импортировать многие товары, которые относятся к критическому импорту, прежде всего энергоносители, это топливо. Здесь правительство абсолютно правильно поступило, что забрали они акцизы, снизили налог на добавленную стоимость. Ну, еще не снизили, но предложили. Я думаю, что Верховная Рада в ближайшие дни это сделает. Да, с 20% до 7%. Но все равно нам придется за это платить, я думаю, минимум раза в два дороже, чем мы это делали еще месяц назад. Почему? Потому что цена на нефть $120-130 за баррель. На газ 2-3 тысячи долларов за 1000 кубометров. То есть цены заоблачные, мы вынуждены это покупать. Это первое. Второе, полностью поддерживаю идею упростить систему налогообложения, в частности, вот единый налог. Мы возвращаемся в 90-е годы, тогда он работал для юрлиц, и сейчас он должен сработать, но это приведет к резкому падению доходов бюджета. Те же льготы для ФОПов, то, что вот пенсионный фонд, сейчас один социальный взнос можно будет не платить, это приведет к существенным потерям пенсионного фонда, системы здравоохранения. А в условиях, когда страна вынуждена тратить на оборону
в общем-то, все, что может, чтобы защититься от агрессии, то дефицит бюджета может быть огромный. Может быть огромный, вот мне сложно предсказать какой, но это будет там значительно больше, чем в 2014-2015 году, значительно больше. И в этих условиях, конечно, золотовалютные резервы Национального банка не смогут долго поддерживать этот огромный дефицит, который будет финансироваться за счет, ну, я думаю, в первую очередь, гривневой эмиссии, за счет продажи облигаций и так далее. Поэтому нам мир нужен не только для того, чтобы не умирали украинцы, это в первую очередь, да, но и вот экономически ту ситуацию, в которой мы находимся, мы не сможем очень долго держаться, либо наши партнеры должны будут, ну, там 20-25 миллиардов долларов нам выделять каждый год просто помощи, потому что, ну, вот эти факторы сокращения экспорта, вынужденный импорт и огромный дефицит бюджета – это непосильная ноша для Украины сейчас. Дуже багато говориться про так званий план Маршалла для України. І президент говорить і про препарації, контрибуції з боку ворога. Чи це можуть бути якісь істотні суми, які допоможуть і економіку підняти, і відновити міста? Ми говоримо про це так, в оптимістичних розкладах, тому що бойові дії, вони не зупиняються, на жаль, і міста і надалі інфраструктура там розтрощується в деяких наших населених пунктах. Там Миколаїв, Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми, Київ, Житомир, на жаль, і таке інше. Так ось, давайте ось про план Маршалла, про який говорить, і про репарації та контрибуції. Ну, давайте начну со второго. Конечно, красиво звучат цифры, там, 300 миллиардов долларов, которые мы можем получить от ЕС и США. Это те деньги, которые заморозили, это российские деньги в иностранных банках, в иностранных валютах, которые заморожены из-за санкций. Но, думаю, на практике мы их не получим. Мы их не получим. Почему? Потому что нам нужен мирный договор по той простой причине, что, ну, силы, к сожалению, несмотря на героизм украинцев, из-за разного экономического потенциала, мы должны платить за нефть и газ, они, к сожалению, получают за это деньги. Силы не равны. Поэтому нам нужен мир. И это соглашение, которое, возможно, будет подписано, наверняка не будет включать в себя конфискацию каких-то российских активов. То есть я здесь убежден, Россия никогда на это не пойдет, а мы, к сожалению, ну, не можем до бесконечности воевать. Вот Россия, она так устроена, что она может долго воевать. Ну, вот это психология россиян. И, ну, много было случаев из истории, когда, ну, гибли сотни тысяч, миллионы, да, русских. И можно вспомнить войну в Афганистане. Да, вот я был тогда школьником, студентом. Да, ну, вот, отсюда бессмысленная война, 10 лет, когда, ну, вообще воевали в Афганистане. И я поэтому не думаю, что они могут изменить свое отношение к своему же населению, которое погибает в войне. Поэтому у нас другая концепция. Мы защищаем жизни украинцев, но при этом экономически мы вынуждены идти на мирное соглашение. Поэтому никаких российских денег мы не получим по этому мирному соглашению. Но они нам, в принципе, не нужны. Вот то, что вы сказали, план Маршалла, я не думаю, что именно он будет так реализован, как когда-то был реализован для Германии, но в целом, я уверен, что как только будет подписано мирное соглашение, и в первую очередь украинцы, а также наши партнеры за рубежом будут уверены, что этот мир надолго, и об этом говорит президент, то тогда страны могут пойти вот по афганскому варианту, вот страны Европы, США, когда они тоже, правда, потом все это закончилось неудачно, но у нас другая ситуация, у нас нет талибов, мы, в общем-то, едины в нашем желании сохранить Украину, поэтому вот будет создан консорциум наверняка стран-доноров,
И мы сможем рассчитывать там, на 30-40 миллиардов долларов инвестиций со стороны там, МВФ, Мирового банка, стран-доноров. И тогда же, я думаю, такая же сумма может зайти в экономику Украины со стороны частных инвесторов, которые будут заинтересованы в том, чтобы на земле, которая вот разрушена, построить что-то новое, как было в Германии, и отсюда экспортировать продукцию в страны Европейского Союза, в США. Поэтому это вполне реально что-то похожее вот на то, что вы сказали, план Маршалла, плюс дополнительные иностранные инвестиции. То есть это реальный вариант, лишь бы был мир. Я чув від деяких, ну не говорю фахівців, ці люди не економісти, вони більш такі військові спікери, але слухаю всіх в цей момент, в цей час. Навіть говорилося про таку гіпотезу. Ну, Росія в якості того матеріального збитку, який вона наносить Україні, має розраховуватись уренгойським газом, тому що Україна в свій час теж мала там права на нього, видобувала. Можемо забрати газом, цього палива нам вистачить на декілька років. Ну, це такі гарячі голови, гарячі вислови, але суто теоретично ми можемо представити, що компенсація можливо в якості саме нафтопродуктів і газу. Еще раз, я повторюсь, ну, можно рассказывать много чего, и ну, у нас, знаете, участие общества есть определенная эйфория, да, что мы здорово сражаемся, и мы обязательно победим Россию. К сожалению, знаете, я бы сравнил ситуацию с Брестским миром. Это была такая ситуация, да, когда вот сильный враг, и слабая страна, да, вот знаете, люди у нас герои и погибают в бою, защищая свою страну. Это действительно героизм, и весь мир нами восхищается. Но в военном плане, вы же понимаете, да, есть самолеты над Черным морем, с Каспием, которые стреляют ракетами, а у нас даже нет систем. Наши друзья вот не поставили такие противоракетные системы, которые могли бы что-то противопоставить. Да, когда сбивается ракета над Киевом, она падает на Киев. Да, вот, ну, понимаете, да, ситуация. Поэтому мы, к сожалению, на этих переговорах, несмотря на героизм украинцев, не можем выступать как победитель конфликта. Да? В лучшем случае мы потеряем не так много, как хотела бы Россия. Но мы потеряем, потому что, к сожалению, силы не равны. Да, вот там мощь, которая набросилась на нас, и они думали, что они там за неделю полностью завоюют Украину. А третья неделя у них ничего не получается. Но, к сожалению, эта мощь осталась и военная, и экономическая из-за вот тех ресурсов, которые они по-прежнему продают. Если бы все страны отказались от российской нефти и газа, да, я думаю, что через месяц война бы закончилась победой Украины. Но, к сожалению, даже страны Европейского Союза, они продолжают покупать российский газ, нефть. И эта цена выше, чем получала Россия до войны из-за роста мировых цен. Поэтому мы на переговорах вот постараемся минимизировать потери от данной войны. И это не страшно. Потом мы победим, потому что мы экономически будем развиваться. Вот то, о чем вы говорили, кто-то похож на план Маршалла, даст нам экономический потенциал, и россияне через пару лет поймут, что уровень жизни в разы выше в Украине, чем у них, и они сами сделаются своим диктатором рано или поздно. Ну, там будет бунт. Но бунт не будет в России завтра, и не будет через месяц, потому что тоталитарный режим, потому что инакомыслящих либо убивали, либо сажали в тюрьмы. А сейчас ну, многие из России просто выехали, они не могут там находиться. Поэтому те, кто остались в большинстве, пока они вот с этим режимом. Поэтому изнутри она пока не погибнет. А нам нужен мир сейчас. Поэтому в тех соглашениях, которые возможны, мы не будем победителями. Поэтому мы ничего не получим от России. Нет. Одного доллара, ни одного бесплатного кубометра газа. И на это не нужно рассчитывать, не надо про это рассказывать. Потому что, понимаете, если будут хорошие соглашения, там не будут вот эти контрибуции, да, скажут, вот мы проиграли. Нет, нам главное мир и возможность развиваться так, как мы хотим. И тем самым мы победим Россию. Но не сегодня. Сегодня гарантии уже... безопасности. Под миром мы разумеем гарантии безопасности. Потому что я бачу так, чью ситуацию. Да, да, тут как бы да, однозначная позиция, да, прекращение огня и
гарантии безопасности, которые позволят Украине мирно развиваться. И тогда мы сделаем то, что проигравшая сторона сделала после Брестского мира. Да, получим обратно значительно больше, чем мы потеряем сейчас. Но сейчас нам нужно остановить эту бойню и начать мирно развиваться. Но вы абсолютно правы, только в условиях гарантии безопасности, чтобы и страна-агрессор взяла на себя обязательства, и страны, которые когда-то подписывали Будапештский меморандум, знаете, тут мы будем яка помнить ни друга. Бумажка, яка никчемна бумажка зараз, пане Сергею, це Будапештський меморандум. Да, да, и вина за этот меморандум непосредственно лежит на тех, кто сейчас является друзьями нашими, да, которые заставили нас отказаться от ядерного оружия. Было бы у нас ядерное оружие, прекрасно понимаете. Но это прошлое. Это прошлое. Сейчас должны быть гарантии безопасности, но обязательно от ведущих стран мира. И такие гарантии, чтобы все-таки потом не отходили в стороны наши друзья, не говорили, что вы молодцы, но ну, пока вы сами воюете. Еще одно питание. Мы трохи вниз опустимося, мы говорим про глобальные вещи. И кілька днів тому і представники Офісу Президента, і сам президент говорять, що на тих територіях, де більш-менш спокійно, виходьте працювати, бізнес хоч якийсь, щоб запрацьовував, тому що одна з головних цілей ворога – це не тільки там психологічна перемога, це там перемога над інфраструктурою, а й це от, про те, що ми говоримо, зробити Україну економічно слабшою, що наразі і відбувається. Тобто, ці призиви ви виходите працювати на Західній Україні, в Центральній Україні, вони від ну, цілком справедливі, якщо є можливість. Да. Я з вами повністю согласен, тому що річ йде про будущем Україні. Вот у нас где-то через неделю начнется посевная кампания в Одесской области. Мы просто обязаны засеять то, что у нас есть. Да, есть хорошая ситуация с озимой пшеницей, но мы должны обязательно сохранить наше сельское хозяйство, потому что по-другому у нас будут проблемы уже осенью. Да, то есть мы должны думать о будущем. И особенно вот сельское хозяйство, когда вот там несколько там месяцев, да несколько недель промедления, и, в общем-то, мы можем оказаться без урожая. И то, что сделало правительство сейчас, снизить акцизы, обнулить и НДС на топливо, это прежде всего нужно сельскому хозяйству. Насколько я знаю, также есть льготы для закупки удобрений, и это очень важно. То есть мы должны выходить, и мы должны работать, потому что по-другому наша экономика просто не выдержит, потому что у нас нет вот того, что есть, к сожалению, основные агрессоры, это 200-250 миллиардов долларов, которые падают просто с неба. Мы должны их зарабатывать, а по-другому мы не будем, мы не сможем существовать. Наши партнеры пока дают нам очень мало денег. Дают какое-то вооружение, спасибо за это, но нам нужна экономическая помощь, прежде всего для закупки того же, тех же удобрений и горюче-смазочных материалов для сельского хозяйства и для всего остального. Поэтому я полностью поддерживаю эти призывы, мы должны выходить работать. Сергей Алексеевич, как завжди, квалифицированный комментарий. Дякую вам, мы будем стежить за ситуацией. Действительно, экономику Украины нужно відновлювати уже сейчас, відновлювати под ракетами, бомбами, знаєте, як там у Дюма і у трьох мушкетерів завтрак під кулями. Україні це не поезія, не проза, не література, це реальне життя, потрібно якось відновлювати. І саме, на жаль, коли немає впевненості навіть в завтрашньому дні, як було кілька днів тому, прийшли пенсіонери отримати в Миколаїв пенсію в банкомату, повернулись додому не всі. Але будемо намагатися і будемо вірити в потенціал і енергію наших співгромадян і нашої країни. Дякую, до зв'язку. Сергій, обов'язково ми будемо стежити з вами, як Україна буде відновлюватися. На все добре. Дякую. Дякую.